Это World Food 2022. Мы продолжаем общаться с лидерами рынка продуктового. Один из них прямо сейчас рядом со мной. Это Виктор Вахрамеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую компанию представляете и чем занимаетесь? Компания SipSnack. Снековый лидер Сибири. Мы из города Омска привезли в Москву наши продукты. Это то, чем мы гордимся, то, что мы делаем с любовью, в то, что мы верим и то, что мы продвигаем не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. То есть компания очень широко представлена в данный момент. А есть ли какие-то планы по расширению? Да, мы активно изучаем рынок Китая. Уже несколько раз делали пробные поставки. И, собственно, не хотим на этом останавливаться. Отлично. А какая продукция будет конкретно идти на экспорт? И есть ли у нас на столе какие-то новинки из вашей продукции? Да, я начну, наверное, с главного, самого основного нашего бренда. Это арахис Сибалт, который мы производим уже почти 25 лет и которому нет равных на рынке. Очень много конкурентов пытаются сделать что-то похожее, но именно такого качества, к сожалению, или, может быть, к нашему счастью, никто добиться не может. Да. И у нас есть бренд Пивахис, собственно, вот у меня элемент одежды символизирует именно этот бренд. Мы его изобрели более 10 лет назад и считаем, что потенциал еще не раскрыт полностью. Что касается новинок, у нас есть вот такой вот эконом-вариант уникального снека, когда мы собрали в одном коробе, в одном, скажем так, упаковочном пластиковом коробе два продукта – арахис и сухарик. Это тоже является находкой, потому что потребители высоко оценили, и последние несколько лет этот продукт показывает самый высокий рост. Что касается экспорта, мы предлагаем на экспорт чипсы пластинчатые, наиболее удобные с логистической точки зрения, наиболее компактные. И уникальное свойство именно наших чипсов – это срок годности 12 месяцев. Это очень важно, особенно для Китая. Более того, мы для китайских потребителей изобрели специальную экспортную упаковку, ту, которая отличает повышенный срок годности, специальные барьерные свойства упаковки и, собственно, интересный дизайн в стиле пинап. Виктор, ну скажите, так очень мощно заряжены на экспорт. А здесь уже какие-то контакты, может быть, успели обзавестись за выставку? Да, за 4 дня выставочных у нас было более 100 контактов. Из них 15 контактов – это прям экспорт, экспорт. И не только Китай, то, что интересует нас в первую очередь. Это Саудовская Аравия и наши соседи – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. То есть у нас сейчас серьезный фронт работы открывается по экспортной деятельности. Благодарим Центр поддержки экспорта, который предоставил нам такую возможность и помог организовать участие в этой выставке. Я надеюсь, что результаты будут превосходить все наши ожидания. Виктор, спасибо. Ну и мы вам желаем успеха. Еще один день, чтобы был продуктивным на выставке. Спасибо.